наверху помидоры лежали, маленькую помидоринку взял, и вот ее гоняет тут. Это белый, который слепым казался. Видишь, как выздоровел. Святой водой ему глаза промывал. А мать пришла узнать, в чем дело. Думает, что у сына интервью берут. Пушистый хвост и какой. О, в зубы взял и поволок. А, это легла. Распростерлась. Вот он. С матерью поиграть. Бросил свою помидорку. Это она его как будто бы корябает. А нет, у нее когти втянуты, она его гладит подушечками. А он-то ее кусает прям по-серьезному. Вот как. Вот герой, кверху дырой. Сейчас мы почитали про Полежаева Александра Ивановича. Поэт был такой, там 39 лет, что ли, жил. Везде убегал, никого не слушался. Его гнобили там. Главное, выступил после его смерти. Он простыл, видно, туберкулез подхватил в каземате, там, где сидел, в подвале, прикованный. Белинский тот говорит, это он все вызвал сам на себя. Даже Белинский, бульдогом звали. Ну, везде все дело. А сейчас бы так из армии сбежал, там офицер поймали, написал против там царя, против строя. Ну, он знал, на что идет. Он это вызвал на себя. О, как, ой. Пошел, пошел. А хвостом вызывает его. Сегодня у нас 20 ноября 2018 года. Вот она легла. Ко мне подошел. Иди как матери вон. Вон, иди к матери, вон, иди. Ну какой настырный. За валенки спрятался. А валенки положишь на бок, он в них начинает залазить. Вот. Все, спрятался в валенок. Попробуй достань его теперь оттуда, вылез. Эч. Я ему дал валенок. Он... Убежище ему обязательно надо. Там маленький. В Швейцарию свою спрятался и все. Для него это как Швейцария. Вот и все, никакой Штирлиц не достанет. А? Ну и Леонид там броневой не достанет. Вот он как. Вот так, все. А мать смотрит, наблюдает, какие он ошибки сделает. Потом выговорит она ему. Не хватает Виталия Бианки описать это все. А рыжая лежит второй день и пьет и не ест. Нет, пить она напилась, отошла. У нее мастит очень грубелые такие наплывы, соски где. И один начал точиться. Влага идет какая-то. А куда ее девать? Ей уже и так лет 10. Мы молимся, я уже 3 раза водой покропил. Вот он, вот куда заскочил. Давай. Вот он. Вот, хорошо как. Это игрушка такая. Отчаянный. Ну, все. Вот он забросил, он теперь забыл, где она у него лежит. Ну-ка на. Вот он увидал ее.
поиграл и забыл, где помидоринка. Вот он что делает с ней. Под шкаф закатил. В зубах ее таскает. Вот попробуй. Маленькие ребятишки тоже интересуются, чем могут играть. Мать. Это помидоринкой лежит. А это наша рыженькая, болящая. А? Красавица наша. Ну что такое? Заболела. Благослови тебя, Господи. Вот так. Ну что, вставай. Вставай, рыженькая. Красавица наша. Интеллигентная. Дашь есть, пока все не наедятся, сидит рядом, смотрит. Подашь, если рыбки в руке, так она 10 раз понюхает, полижет, отойдет, чтобы руку не укусить. Опально-нахальная такая, это современная кошка. Изо рта у ребенка вытащит. А это нет, лежит. Вот, может быть, уже все отходную. Добрую память оставила. Как-то я давал ее в одной библиотеке, она года два там мышей гоняла. И там выпустили календарик. И на там, где календарь, а на другой стороне ее портрет. Она очень известная. 1000 экземпляров, видимо, было. Я не знаю. Вот так, сегодня утреннее. Время уже к 8 подходит. Сейчас у меня беседа по скайпу. И с Америки один добрый человек сказал, что ему надо. Вот сейчас как мы разговор у нас пошел. О, это у нас переписка была, но я ее взял как бы не с самого начала. Вот он. Я ему пишу, что сначала надо как зайти, попросить, сказать, что когда будешь свободен. Вот, он мне пишет, вот. Что он никому не принадлежит. А я ему вот это место из Иеремии. Из Иеремии. Как можешь ты сказать, я не осквернил себя? А он мне в ответ вот такое написал. А я ему вот это ответил. Тогда он мне вот это ответил. Ну вот все, пока на этом мы расстались. Дай Бог, чтобы он мог.